Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, я продолжаю прохождение The Legend of Zelda Parallel Worlds. Короче, в прошлой серии мы начали проходить подземель Раурус Руны, и мы теперь заходим сюда, и это правильно было, то, что мы сделали. Так, тут, кажется, еще одна где-то ключиха была, да, или что такое здесь? О! Заходим сюда. Что у нас тут? Опять темная комната. Да что ж такое? Сколько тут их еще этих темных комнат? Ну, я думаю, в этом хаке здесь 90% из комнат темные. По-моему, так. И теперь мне надо будет ключихи использовать. Сейчас посмотрим. Может быть, хватит мне ключихи, которые у меня есть. Потому что уже скоро мы получим данжи на этом, да? Ай! Кто бы знал, что там сверху он стоит и стрельнет в меня. Так, а тут что у нас? Тут что? Вниз надо? Или куда? Да, кажется, я правильно иду. А тут куда? Нет, налево я не пойду. Я пойду лучше направо, в дверь. Нет! Опять ты? Мы же тебя уже сбили в прошлом подземелье. Ладно, будем его так валить. Он-то не сложный, этот босс. Я надеюсь, что ключихи хватит мне. Потому что здесь опасно использовать стрелы и лук, потому что он может нас выкинуть вниз. Так, добиваем его. Так. Эй! Класс! Били мы его. Так, теперь я могу лук взять. Глаз, ты хоть что-нибудь научился? Ноль ты научился. Вот что. Ура! Дверь открылась. Что, сейчас пол начнется падать, да? Нет? Да! Мы Big Gronds браслет нашли. Мы теперь можем... Черные камни тоже поднимать. Это прикольно. Это значит, мы после этого подземелья можем потом... Потом мы можем части сердца искать. Которые... В тех местах, которые нужно было черные камни поднимать. Там же в другом мире тоже были пару части сердца, где камни черные надо будет поднимать. Так. И где я теперь? Что мне надо делать? Сюда вниз спуститься? Да! Это что значит, мы бы... Если бы... Погоди-ка, мы же здесь были, да? Если бы камни по-другому были бы, мы могли бы сразу сюда пойти? Серьезно? Ну ладно. Ну, наверное, я бы без ключа или... Мне пришлось бы все равно... Мне так и нужно было идти. Потому что данжен айтем нужно будет. Чтобы получить. О, нет, сейчас такое место пойдет дурацкое. Смотрите, запомните эту форму комнаты. Запомните ее, как она сейчас. Запомнили? А теперь я здесь сделаю сейф. Потому что здесь мне надо вот так обходить тут. И. А даже сейф не нужно было. У меня даже еще ключиха сохранилась. А я думал, что мы долго еще будем сидеть на этом подземелье. Ну ладно, значит, этот отрывок я к другой части соединю. Та-па-па-па-па-па. О, это я помню. Здесь надо его шли тучки вытягивать и выбивать их. Это самый легкий босс в этой игре. Потому что здесь нету ничего, которое в нас стреляет или что-нибудь такое еще. Один раз зацепило, это... Можно было его так завалить, чтобы он ни раз не зацепил меня. Но все равно, смотрите, какой легкий босс. Может быть, ты не зацепишь меня никогда больше в этой игре сейчас. Самый легкий босс на свете этот.
Он меня только зацепил один раз. Хотя можно было сделать, чтобы он меня ни раз не зацепил. Просто дурак я. Вот так, все. Ему уже хранты пришло. И кажется, с этим Fire Road мы тоже его можем бить, да? Да, смотрите. Он теперь бегает туда-сюда, а мы... Кажется, еще раз и ему хранты пришло. Нет? Еще надо? Да ну нафиг. Вим, вим, стреляем с огнем здесь. Как он меня задел? Эй, чё? Серьезно? Я здесь не хочу феи тратить на этом легком боссе здесь. Ты чё делаешь со мной? О, все. А чё так сложно было, блин, 3 сердечка потерять? Это стыдно для меня. Так. Да ну нафиг. Так быстро мы сейчас закончили это подземель. Хотя баги были, но все равно прикольный подземель был. Не очень сложный. Но это потому что мы ману увеличили. У нас еще и костюм. У нас еще и меч сильный. Gave the power. О, прикольная музыка. Да, на 7 фамилий, да, не дали нам. My name is Dario. And I have to... Ага, первая подсказка она нам дала. You never land on spikes. Ты никогда не упадешь на... пики? Это прикольно, значит, спасибо. Если бы везде было бы так. Спасибо тебе. Ура, мы прошли, друзья, 6 подземелья уже. А теперь мы будем искать части сердца, а то мы в последних сериях мы проходили только подземелья, а теперь надо немножко походить, пособирать нам части сердца, потихоньку готовиться уже к следующему подземелью, который уже будет последний, окей. Который будет Sheik's Hideout. Останется еще, да? А так мы все подземелья прошли. Туп-туп-туп-туп-пам-пам. Но я думаю, Sheik's Hideout это будет самый сложный подземелье. О, мы теперь возле церкви. Теперь мы пойдем сначала на пляж. Потому что там... черные камни были. Теперь мы будем все места искать, где были черные камни, чтобы нам найти части сердца. А тут видно, сколько ключихи у меня? Нет, не видно у меня? Окей. Так, кажется, я в другом мире одну ключиху забыл. Потому что они сказали 3 здесь и 3 в каждом мире, какой-то там сказал. Кажется, когда мы Зарио валили, да? Хотя я сегодня начал с той записи записывать, где мы Зариас Гарден прошли. Потом мы прошли этот дурацкий подземель набор. Потом мы прошли Руту. После Руту... А тут видно, сколько ключихи? Нет, не видно. Окей. Значит, не видно нам, сколько ключихи мы собрали. Но я думаю, 5 штук мы собрали уже. 4 или 5 ключих. Что-то такое вот. Это значит, нам надо как-то стараться вернуться в другой мир. Только я не знаю, это нам возможно будет или невозможно будет. Но они говорили, что какую-то силу использовать там, чтобы туда-сюда ходить. Так, это мы забрали часть сердца. Воу! А теперь нам надо пойти... Куда? Кажется, Endless Beach, или который здесь называется Anti-Sword Beach. Потому что там тоже на пирамиде там был черный камень, который поднять нужно, чтобы там получить еще одну часть сердца. Ничего себе, еще один баг через кусты прошел. Прикольно.
Это значит, меня игра так любит, что баги мне показывают все, которые существуют в этой игре. Потому что там же в другом мире же тоже было, который я... Когда в какой-то там пирамиде был, в древней пирамиде, и когда я прыгнул вниз и застрял там где-то. Поубиваем здесь всех врагов, потому что я теперь сильный стал. А может быть, на кладбище тоже там были где-то черные камни? Перед тем, как я пойду этот антисвод бич, я лучше посмотрю на кладбище, что там было. Может быть, там тоже где-то черные камни есть, которые я могу приподнять, чтобы там часть сердца была, чтобы... Может быть, получится с 18 жизнями пойти в... потом уже в следующей части, в следующий подземелье, да? Ту-ду-ду-ду. Теперь же мы можем вот такие камни поднимать. А это в другом мире было, да? На кладбище такое. Ну, как я уже и сказал, только я не знаю, как туда вернуться. Но это не значит, что вам нужно спойлерить меня. На-на-на-на. Пока вы эту серию увидите, я уже закончу эту игру уже. Потому что я недавно только выложил 7-ю серию от Parallel Worlds Zelda серию, да? А это уже теперь 24-я или 25-я серия. Ну уже с первой части уже известно было, что это прохождение будет больше, чем A Link to the Past. Я думаю, A Link to the Past прошли за 15 или за 16 серий. Это уже 24 или 25 серия, кажется. Значит, тут ничего нету. Это жаль. Это что значит? Погоди, осталось уже мало части сердца собирать, чтобы были все жизни полные. Эй, хватит тебе целоваться с камнями тут! Они еще не все добрые, потому что некоторые оживают и летят в тебя. А ты все целуешь. Любовь у Линка с камнями. Да? Романтика. Особенно с этими птицами. Да, поцелуй еще у меня, да. Ой, ты поцеловал мой меч, да? Птица! 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 Уа! А теперь посмотрим, чего этого чувака теперь. Красная бомба еще осталась у него? Она мне не нужна больше, и слава богу. Потому что я рад, что я тут подземель прошел. Теперь мне надо антисворд бич идти. Пошел ты от меня куда подальше. О, рупия. Ну да, рупия в дереве застряла, да? Что я не мог ее взять больше никогда в жизни. Так, а новую жизнь мы соберем хоть? Эй, в смысле? А как бы мне попасть в тот антисвод бич? Ой, кажется, я вообще не туда иду. Я вообще не туда иду. Мне надо вообще в другую сторону идти, чтобы попасть в этот антисвод бич. Чтобы там комбинацию делать. А как там комбинация была? Как-то налево, вверх, влево и налево, что ли? Что-то такое вот было. Мы ее убили с гарпуном. А то этой птице надоело уже было целовать мечи. Мой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, летят все в меня, как сумасшедшие. Даже враги разбиваются. Много чизбургеров нажрались. Почему ты не заморожен весь? Было бы прикольно. Так, теперь я, кажется, уже здесь правильно иду уже, да? Кажется, что-то такое было. В стоп влетел Линк.
Вот отсюда, кажется, я попаду в антисвод бич. Вот, холодный... Холодный пляж, вот сюда мне и надо. Так, попробуем. Так пойти, как я говорил бы, да? Наверх, влево, вправо, а потом еще раз наверх. Так, наверх мы были уже. Теперь... Придурок. Так, пойдем влево. Теперь вправо, а потом обратно наверх. Если это правильно будет. Конечно, спасибо, что враг остался там, где он был. Воу! Сумасшедший, блин, а, стреляет в меня. Ай-яй-яй-яй. Нет, неправильно было. Окей, значит, по-новому сделаем. Значит, не влево сначала надо, а вправо, потом влево, потом наверх. Рустена, ты что думаешь, когда ты играешь? Значит, с гарпуном будем его останавливать здесь, чтобы не мешал мне тут. Так. А теперь влево. Теперь наверх пойдем. Тварюга, хватит меня атаковать здесь. Во, вот теперь правильно. Теперь мы на том пляже, который мне и нужно было. Тудудун, давай-ка стрелы мне сюда, по-быстрому. О! Вот, здесь, правильно, правильно. Вот, замороженная пирамида. Вот сюда мне и нужно было. Вот сюда я и хотел пойти. Потому что здесь на пирамиде часть сердца лежала. Но я посмотрю, может быть, здесь тоже где-то одна есть. Кажется, мы уже были здесь, а... Когда мы не попали были в этот мир сюда. О, любимый враг. Может быть, ты мне дашь сердечко тут? Нет, не дал. Как я тебя ненавижу теперь. А может быть, ты дашь мне сердечко? Тебя я тоже ненавижу, дурак. Бандит хочет меня обокрасть, но ты до меня не достанешь никогда в жизни. О, еще одна часть сердца получили. Призрак. Тут мы больше ничего не найдем. А, здесь же фея была, точно. О, закрой глаза и отдохни. Я тебя кашей накормлю, да? Во! Линк, наевший каши. А какую кашу ты поел? Овсянку или какую? Или гречку? Или рисовую кашу ты поел, да? Не хочешь говорить нам об этом? Поплыли дальше. Пирамид Фолс? А теперь мне надо кастл за это идти. Так, здесь сверху мы забрали часть сердца. Это надо будет позже мне потом смотреть, какие части сердца я забыл взять. Что потом когда-нибудь взять одну серию сделать, где мы только заберем остальные части сердца, которые я забыл забрать их сейчас. Ой-ой-ой, череп. О, мистер Гайдаут, вот сюда мне и нужно. Вот сюда я и хотел пойти сейчас. Потому что здесь подземелье будет последнее. И как раз мы возле подземелья можем закончить серию. Dead End, вот, вот сюда мне и нужно. Какого хрена я вер... Может быть, тут тоже часть сердца есть? Нету здесь ничего? Этих, может быть, как-то с гарпуном... О, точно! С гарпуном их мы можем с одного удара валить. Это я даже вообще не знал. Или знал просто, может быть, я тупица такой. Раз. Мы пойдем в пещеру, Dead End. Эй! 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 Эй, эй, эй! Так, вот сюда мне надо или в другую пещеру? Нет, здесь фея только.
Это значит мне другую надо. Какого хрен? Да что такое? Ты виноват, блин, во всем. На. Сейчас попробуем выкопать сердечко здесь пару штук. Кажется, части сердца я уже сейчас не получу здесь. Потому что я не знаю, где еще могут находиться части сердца. В другом мире, может быть, там пару штук есть, да, где нужно было черный камни поднимать мне. Может быть, я еще и старые пару штук позабывал бы. Может быть, может быть. Пошел в жопу. Зайдем сюда, в эту пещеру. И как мне это нужно было делать? Перетягиваться на другую сторону и упасть сюда? Вниз пойти, да? Или нужно было просто упасть вниз? А, нет! Кажется, я правильно иду. Так, сейчас мы тут поубиваем всех врагов, которые тут мне мешают. Чтобы спокойно можно возле пещеры было закончить серию. Чтобы в следующей серии начать проходить последний подземель, который остался. Вот сюда я хочу здесь встать и все. Ну-ка, тут враги мне могут помешать еще. Потихоньку будем всех сносить тут, чтобы они не мешались мне. 8 бомб. Этот еще жив? О, тут какие-то рыцари на конях находятся. Вот так. Вот теперь спокойно стало. Тут мы можем немножко покопать еще, если получится. Нет? Да серьезно, что ли? А почему он не идет? О, сюда идет враг. Дурацкий. Кажется, мы тут всех поуничтожали. А тут что? Живой, оказывается, еще. Блин, испугал меня так. О, Линк скользит на этих шахмат льда. Вау. И кажется, здесь мы закончим эту серию. О, сердечко. О, еще одно. Прикольно. Я могу просто так зайти в подземелье, выйти и потом еще покопать немножко. Может быть, и сердечко еще получим, чтобы... они все возвратились, враги эти придурочные. О, сердечко. А теперь я могу закончить эту серию. Увидимся в следующей серии. Давайте до следующего раза. Ваш Рустенда. Пока-пока.